храме, церкви Юга, на очередном концерте этого сезона, который называется «Музыка храма». Вернее, так называется фестиваль, в рамках которого мы посвящаем этот концерт 350-летию основателя города Санкт-Петербурга, Петру Первому. И посвящаем нашему городу прекрасному, который отмечает свою годовщину очередную, отмечает пору белых ночей. И сам фестиваль, который уже несколько лет проходит в нашем городе, он отвечает вот этой идее многих конфессий, открытости, как Александр Сергеевич Пушкин сказал, все плоды гости к нам, открытости всем культурам, всем ветрам, всем музыкам, которые можно встретить и которые можно наслаждаться в Санкт-Петербурге, в городе великой музыкальной культуры. И сегодня мы представляем концерт, в котором участвуют танцоры церкви Юга. Именно сегодня мы еще одну дату отмечаем. 380 лет назад был основан прихор Тюльс или Тюр, в котором он находится. Вернее, он двигался в самостоятельную единицу из прихода Тунтери, это нынешний Тубергов. Вот тогда при короле Кристине, еще при чешской администрации, образовалась вдоль побережья Финской долины самостоятельная церковная единица, которая сначала была построена одна церковь деревянная, потом другая церковь, а потом третью уже финансировала русские императрицы, Елизавета Петровна, благодарность местным жителям прихожанам церкви за то, что они служили при дворе и принимали участие в садовых работах в Петербурге, и в дворце служили, и вообще были действительно как очень хозяйственные и хорошие служители, служители царского двора. А потом при Николае Первом была построена вот эта нынешняя церковь, в которой мы находимся, которая еще уцелела и прошла сквозь все перипетии века 20-го, века тяжелого, века испытаний, которые были на той религии вообще в нашей стране. И вот теперь мы понимаем с возрожденной церкви, и кантора сегодня. Кантор – это организм, а слово кантора – петь, но он же отвечает и за хор, и за пение, и за органную музыку. Поэтому мы сегодня принимаем органистов, кантора со всей церкви и перехода, которые расположены вокруг Петербурга и разбросаны по нашей стране. И сегодня несколько из них составят хор кантора, который исполнит музыку храма. Музыка, которая звучит в храме. Это хоралы, которые вывешивают все время на доске хоралы, может быть, номера, гимны, которые поют все прихожане, все приходящие в храм. Сегодня будет звучать музыка инструментальная, органная, каменная, вокальная, барабанная, самая разная. В храмах протестантских, католических. Этот фестиваль объединяет храмы не только разных конфессий, но даже разных религий. И в нашем храме мы постараемся представить музыку разных стилей, разных эпох, но именно ту, которая звучит в церкви, звучит в храме. Итак, добро пожаловать на концерт фестиваля городского петербургского фестиваля «Музыка храма», в котором принимает участие кантор церкви Юга. Добро пожаловать!
Thank you.
Thank you.